Ванная комната. У меня здесь штробели. Здесь будет находиться душевая. И так как канализация находится внизу, мне повезло вот с этим процессом, очень удобно. Просто пробили вниз и подведут вот к той трубе. Канализация будет идти напрямую. Это облегчает тот момент, что здесь мы будем делать вот этот поддон, и заморочек будет меньше. Тут про штробели будет душевая система стоять. Здесь будет находиться у нас умывальник. Тоже вот сейчас идет процесс подготовки. Тут будет инсталляция. Инсталляция закроется гипсокартоном. Теплые полы идут по всему дому. Первый этаж и второй этаж ванны. Газовый котел. Объем там идет на 7 литров запас. В общем, очень мало. И я решил сюда поставить еще на 100 литров водонагреватель. Подключается к газовому котлу. Здесь идет нагрев. Теплая вода идет в нагреватель. И потом через него уже поступает в душевую. В общем, по всему дому. Это улучшает ту ситуацию, что если одновременно будут заполняться ванны, например, на втором этаже, кто-то пойдет в душ, ну, вдруг такое получится, и кто-то на кухне начнет посуду мыть, или посудомойка будет работать, то не будет ситуации, когда вы попадаете на момент, когда пойдет холодная вода, и вы стоите и ждете. Для этого 100 литров запас воды. Может было, конечно, и поменьше, дом идет 115 квадратов. Вот, в принципе, мне сказали там 50-60 литров, но я не хочу попадать на момент, когда я стою в душе и у меня холодная вода и стоять чего-то там ждать. Поэтому 100 литров. Купил я Ariston 18900, ну, в общем, 19 тысяч. Хороший водонагреватель, сейчас я вам покажу, только распаковали. И здесь сейчас будет процесс подключения. Вот здесь замерили, куда поставить водонагреватель. Газовый котел проточный. Здесь система стоит управления с телефона. Умный дом. Я с телефона могу контролировать теплые полы. И датчик температуры есть. Устанавливаю температуру через приложение. А котел уже будет сам контролировать. Ну, больше-меньше. В общем, мне не нужно будет каждый раз здесь подкручивать весь этот процесс. И вот это местечко мы закроем, как купе шкафа сделаем, чтобы вот это все не было видно. Потому что многие оставляют это на виду, сзади делают плитку. Мне так не нравится. Я захожу, и здесь просто плитка, и вот эта вся фигня видна. Но и закрывать это гипсокартоном нельзя, потому что должен быть доступ. Поэтому решили просто здесь поставить раздвижные двери. Короче, три двери будут туда-сюда ходить. Насколько это красиво будет, не знаю, но в любом случае будет намного красивее, нежели смотреть на вот эти все вещи. Кроме того, что это не очень красиво, тут больше даже по безопасности. У меня дети, и вот сидит тут ребенок на унитазе, ему вдруг взбрело в голову покрутить здесь чего-нибудь, перекрыть. Просто подойдет и вот этот кранчик закроет. И я даже не знаю, что происходит. Поэтому лучше это все дело перекрыть. Вот таким вот образом. Туалет, умывальник, душевая кабина будет большая, со стеклом. Поддон сами будем собирать. Кирпич, плитка будет находиться. Здесь, естественно, дверь. Вот про умный дом, то, что я вам говорил. Здесь установлена система Zond H1000. Через эту систему можно контролировать водонагреватель. Ну, сюда еще можно, конечно, подключить многое, что сигнализация,
в доме, видеонаблюдение, микрофон и так далее. Можно химичить. А вот сам водонагреватель выглядит следующим образом. Я сам еще только его вижу, потому что купил, привезли, и вот сегодня распаковку только сделали. Покупал в Leroy Merlin. Тут идет ускоренный нагрев, автоматическая экономия, универсальный монтаж, качественный, хороший водонагреватель. Вот здесь показывает температуру. В общем, простенький. И его плюс в чем? Его можно горизонтально и вертикально устанавливать, как удобно. Сейчас решим, как он будет там висеть. Унитазы Гроя. Две инсталляции, тоже покупал в Leroy Merlin, 14 тысяч. В комплекте идет сама инсталляция и туалет вот такой. Вот этот комплект, туалет вместе с внутренностями, идет 14 тысяч, если не ошибаюсь. Я взял две инсталляции, один на второй этаж, один на первый этаж. Ну и в любой момент, если захочется какой-то другой унитаз, другой формы, можно в любой момент поменять. Там была инсталляция чуть подешевле. Отличие в том, что здесь каркас идет цельный, а там вот это объединено и как-то вот все очень слабенько. Также здесь идет автоматически вот эти система, не механика, автомат. Кнопочки мягкие. Это очень важно, что вы нажимаете, это не щелкает, а просто мягко отжимается. Вот такой вот процесс сейчас происходит. Смотрите дальше.